центр. Так, а вот какие-то конусы. А что это за конусы такие? Что они тут делают? Непонятно. Они сами лишь бы выставить уже, а значение же никто не знает. Да, вот, друзья, какие-то конусы. Потихонечку мы собираем все весь этот хлам. Так, тут много конусов. Парковка много, да? Он на той стороне еще, да. А вот Федя решает кардинальный вопрос. Просто берет его. Правильно делает. Не выясняя, чьи, зачем. Так. А вот смотри, смотри. Показывай. Направо, правее. Оп. Не надо снимать. Почему? Здравствуйте. Что? А что это за здание? ФСБ? Может быть. Не, если это ФСБ. Извинился человек, блядь. Значит. А зачем конусы-то ставить? Я просто не понял, что он сказал. А через дорогу ходит не положенном месте, за что? А там. Непонятно, что за здание. Какое здание-то снимать нельзя? Вам что, пишут, не ставят? Да. Чем? А зачем они стоят? Не, пожарный въезд не закрывает. Понимаете? Ну так и вы для этого охранники. Проходите и говорите. А это не это ваша территория, нет? Вот это ваша территория. Здесь пожарный выход. Если будет здание, говорит, что... Нет, тротуар ваш? Не знаю. Вы придете тушить? Тротуар ваш? Да, мы вызовем. Тротуар ваш или нет? При чем тут тротуар? Это пожарный въезд. А нас тротуар интересует. Его не надо загораживать. Почему не надо? Нас не интересует ваш пожарный, ваше здание. Вы нас не интересуете. Нас интересует, кто поставил конусы. Так, статья 12.33. Первый, седьмой, подойди на седьмой тон. Ты да. Вот так будешь знаешь, кого пинать? Мы тут зацепились. Вас робот не. Да. Правильно, потому что я человек. Да мы еще на север, где мы на многофункциональный центр. Сейчас первый подойдет. Что ты делаешь, я не помню. Ну, да. Убираем. Кто убираем? Гражданин. Какой ты гражданин? Российской Федерации. Кто ты гражданин? Вы берите да? Отсюда, значит, здесь вы гражданин. Я еще раз говорю. А, они ну, перекрывают. Там подожди. Ну что дальше, кнул? Что ждать? А что происходит? Человек не дает мне пройти. Значит, пройти он не дает. Проходи, да? Проходи. Оставлю, конечно, не буду забирать с собой. Нельзя выставлять фишки. Чем выставлять, непонятно. Что он делает? Что ты делаешь? Они твои. Ты понимаешь, что ты сейчас перекрываешь пожарный въезд? За фишки битва, да? Я еще раз говорю, если здесь пожар будет, ты придешь ее тушить, а? Я. А кто? Машины перекрывают пожарный въезд. Что, не соображаешь? А ты что? Чего? А ты что? Нормально все. Успокойся. Вот. Ты что ты мне даешь пройти? Я тебе продаю проходи. Что ты фишки трогаешь? Что ты толкаешь? Ты что, псих что ли? Что толкаешь-то? Кто-то дает пройти. Да, уберите. Не ваши, нельзя, кстати. Я говорю, если пожар будет, ты придешь тушить. 12.33. Ну, это есть такая статья, кодекс административного правонарушения. Успокойтесь, вы человек. Успокойтесь. В чем псих? Это муниципальная земля. Уверена? Да. А на вашем аренде? Так он сказал, это муниципальный. Есть документы, можно посмотреть? Я объясняю, как я понимаю. Можно посмотреть? Вот это. Да, читаем. Вот эта земля до... До ворот арендована. Мы хотим просто убрать охрану или что? Нет, просто убрать. Камеры для чего? Василий, мы хотим просто убрать. Для чего камеры? А у нас договор, он просит нас снимать его. Ну, он передает. Ну, договор обычный. Мы его операторы. Он блогером является, мы его операторы.
Договор обычно. Штрафы не забирают. А на каком основании, допустим, меня снимают? Я не полицейский, чтобы... Я вам в суд подать на вас, потому что снимаете меня. А нам-то вы зачем? Уважаемые. Мы снимали нашего друга, вот этого товарища, вы пришли в кадр. На основании идется видеосъемка. Оп. На основании гласности и открытости. А у вас что написано? Что написано? Служба внутренней безопасности. Ну видите, ну вы должностное лицо. Правильно, но вы должностное лицо. Я частное лицо, не должностное. Как это? Вы при должности сейчас? Вот так вот. Вы же пришли как должностное лицо сюда. А как частное лицо вы же не имеете права никаких требований выдвигать. Вот и все. Вот и все. Это же не ваша территория. Это все очень просто. Стоп, какой конфликт? Из-за этих конусов, что ли? Вы что, бессмертные? А что вы, пугаете смертью, что ли? Нет, бессмертные. А что хотите? Зачем вы это делаете? На каком основании ты меня снимаешь? Подожди, меня ты что снимаешь? Что вы делаете? Что ты меня снимаешь? Убери камеру. А оборудование дорогое, вы что делаете? Так убери ее. Я друга снимаю. Все, что с ним происходит. Да уберите руки, вы чего? Все нормально, не надо кидаться, успокойтесь. Вы что, не воспитаны, что ли? Ребята, ну идите своей дорогой, что вы за цирк? Так мы идем. Вот и пойдем. Конфликт исчерпан, все. Только зачем ты по камере бьешь-то? Да, что вы неадекватные какие-то? Говорим, правонарушение у вас, вы начинаете. Вы что? Мы что, кого-то материли, ругали, что-то у вас похищали. Берет меня по камере, бьет. Купи сначала камеру, а потом лупи по ней. Вы хоть по одному говорите. Да я за себя говорю, что... Нет, а что он делает? Да какой концерт? Берет по камере, бьет по оборудованию. Просто вдруг понадобится связать. Ребят, это вы проблемы просто найдете. Кому? Зачем? Вы нам нужны они. Вы хотите звезду YouTube? Вы нам нужны проблемы. Бери, пожалуйста. А вам нужны проблемы? Я его снимаю, видите? Вам нужны? Ну я ж его снимаю. Нет, значит, не ставьте больше. Не надо приближаться. И ваш диалог с ним. Я не приближаюсь, хорошо. Она мне не нужна больше. Так вы с ней уйдите от него, и вас никто снимать не будет. Все. Да вы так же свободны. Все, мы свободны и так. Мы до этого. Давайте свободны. Вы будете свободны, и мы свободны. Да. И все мы будем свободными. Правильно ведь? Мы и всем будет хорошо. Все свободны, все хорошо. Мы же все граждане, правильно? Это не ваша территория. Вы не имеете права выставлять на свою территорию. Не вы, а вот. Так же, как и там, понимаете? Вот чем дело. И все. Вы просто это не имеете права. Ну, не вам нам диктовать, что граждане тоже могут делать замечания. Так мы же не диктуем вам правила, мы устраняем правонарушения. Вот эти слушай сюда, если ты такой грамотный, если мы сейчас, допустим, убираем детфишки, я вам... Вот хорошо. Начинаемся диктовать, чтобы убить. Если ты такой... А можете представиться? Вы охранник, лицензированный? Вы на меня напали, ударили по камере, я на вас заявление хочу написать. Ну можете представиться? Общественная организация, вызывайте выгоды. Вызовем, если увидим. Вызовем. Скажите, это ваш подчиненный? Почему он не представляется? Он является охранником, лицензированным? Ну вот этот молодой человек в черной куртке, он на меня напал, хочу заявление на него написать. За хулиганство. Или превышение должностных полномочий. А почему он не представляется? Это в какой конторе вы работаете? Вот так, ребята, здесь хамы охранники работают в черной форме, вот такие вот, не представляются. Вы сейчас вышли из администрации, и все, проблем нет. Устраивайте концерт. А мы Попова здесь, по сути, ничего. Многофункциональный центр. Понимаете, мы такого не делаем. Для того, чтобы здесь не парковались машины. Люди ходят, видите, женщины. Если сейчас поставят здесь машины, будут, во-первых, блокироваться въезд в парковочную зону, правильно? И проход будет. Это ваша проблема, не мои. Смотрю, у нас много проблем, а у вас их вообще, смотрю, нет. Так вы такой беспроблемный человек, да? Собирает ваш шеф. Ваш шеф бизнесмен. Нет, ну бизнесмен-то... Арт-блогеры выступают. Ну что, артисты выступают? Бизнесмен-то, значит, зарабатывает деньги, не мы. Ну, вы тоже пошли бы на работу и работали, а не цирк. А у меня вот там висит. Не уверен, что... Эльдар, не можете мне сказать, а кто вот этот человек в черной куртке, ну, в майке? Он является вашим коллегой? Ну, нет, но он охранник, кто он? Я просто не пойму. На частное лицо писать, на должностное, кто он? Почему вы мне не сообщить не можете? Так он не отвечает. Он с ним все в порядке? Он до этого без телефона был. Молчит. Может, что-то со здоровьем, может, больничку надо? Агаи, можете вызвать? Так, хорошо. А можете тогда поставить конус? Не так вот стоят, а вот по тротуару. По краю. Ну, можем, по краю они стоят, это один здесь. По краю, можно? Пройдите, посмотрите хоть как. По краю, стоят. Можно поставить, чтобы пройдите, не заезжать? Не, вот по этот конус стоят. Уберете, по краю. Это хорошо, если по краю стоят, вопросов нет. Ну, такие вот грамотные. Родители так воспитали. Грамотно. Поставьте, все замечательно. Понятно,
И вот молодого человека Эльдара воспитали родители грамотным. А вот этого в черной майке грамотным, похоже, не воспитали. Какой-то нервный он. Такие охранники, я думаю, не нужны никому. Нервные. Да, давайте. Сейчас мы уберем фишку, да? Слушайте, давайте мы здесь конусы поставим вот так. Не так, как у вас стоят, а вот так. Давайте. Ну, пожалуйста. Давай. Поставьте. Все. Вот. В этом все. Проблема? Конечно, да. Конечно. Да. Так, а вы могли с нами спокойно? А вы сейчас... Нет, понимаете, он и подошел, так, начал на нас нападать. Если у вас хорошие, благие цели... Вот если бы он подошел так же, как Эльдар, бы молча послушал бы, выслушал бы, понял проблему, и тогда бы она была исчерпана. А он начал нападать, вырывать конусы и так далее. Не, не здесь, здесь въезд. Здесь въезд, туда поставьте, дальше. Вот так, смотрите. Нет, нет. Вот, дальше. Нет, нет. Алексей, ну покажи, человек просто, может, не понял тебя. И там также. А вот там вот вопрос вот насчет техники. Мы сейчас их уберем. Приедет машина, вы подойдете, снимать надо убрать. Так вы не убираете. Вы их на бордюрный камень поставьте, ближе к бордюрному камню, чтобы это перестало быть провокацией для пешеходов. Все. Что за скандалы? Вы проинструктируйте. Это 5 минут проблемы было решить. Вон Эльдар. Эльдар лучше пускай выходит, такие вопросы решает. Конечно, вы будете снимать это. Все, понятно. Из-за чего? Это из-за того, что мы... Ну так мы спокойно объяснили с самого раза. Сейчас объяснили спокойно. А как вас зовут? Все решено. Все решено. Как вас зовут? Ваш не нападайте, просто адекватно ведите себя и все. Если не начали вы так все убирать. Но я понимаю, вы тоже. Так вы это тоже агрессивно начали. Вы сказали, ты что убираешь, ты что, ты кто такой? Зачем? Сейчас получишь. Ну, насчет получишь. Ну, не, подождите, а как вас зовут? Какая разница? А вы мне по камере били. Я не бил по камере. Я просто нет, закрыл, нет, чтобы вы, меня нет, не... вы именно ладно, все. Я вот так вот сделал. Все, вопрос ну, решен. Согласитесь, вы точно гаражите, чтобы машины не стали на тротуар. Все. Нормально. Каждый должен правильно. Ну, согласись, что вы не правы были. Нет. Не нужно было, не нужно было по камере стучать. Даже я не Леонид. Стучал. Я просто ну, как, закрыл. Нет. Ну а так зачем? Вот вторая камера зачем? Я понимаю, зачем было снимать. Ну, согласитесь, просто что вы не правы. Можно было как бы это все объяснить. Так съемка не запрещена, вот в чем проблема. Все. Ага, представиться не будет представляться? Нет. Имя. Не будет, да? Хотя бы имя. Ну. Я не фотогеничность. А при чем ты имя и фотогеничность? Ладно, пойдем. Друзья, ну ладно, здесь благие цели, в общем, они преследуют, оказывается. Ну вот там, вот, но не вот здесь. Здесь, да, но не здесь. Да, вот здесь вот именно. Чтобы машины не заезжали на тротуар. Пусть стоят. А самое главное, не то, что стоят конусы, а их реакция на граждан. Да. На то, что граждане подошли, и вместо того, и чтобы... спокойно да, попытались. Конечно, вместо того, чтобы общаться, начали нападать, что-то угрожать. Ты бессмертный, говорит. Да. Он что, тебе пару жизней хочет подарить? Я не знаю. Может, он... какой-то волшебник. Может, эликсир хочет мне дать бессмертие. А, эликсир. Ну, я думаю, такие не за эликсир, а за коньяк все решают. Да. Поэтому пойдем мы дальше и посмотрим, есть ли сколько еще правонарушений по улице Севера.